Михаил Лисун, выпускник МГЛ, стал лауреатом общероссийского конкурса «Молодые дарования России». Сейчас молодой человек является студентом Новосибирского музыкального колледжа. К конкурсу начал готовиться еще полгода назад. Помог в выборе произведения бывший школьный преподаватель. Все началось с выбора произведения. Александр Евгеньевич мне дал домашнее задание на лето выучить тарантеллу. И в течение лета я ее разбирал. Решил принять участие, потому что я слышал о этом конкурсе, что это довольно престижный конкурс, и я хотел попробовать свои силы в нем. Потенциал Михаила заметили еще в детстве. По словам преподавателя, ребенок сам решил заниматься музыкой. Когда дети приходят в школу, я прежде всего спрашиваю, сами изъявили желание или родители вас привели. Вот, кстати, что касаемо Миши, он пришел сам сознательно и привел с собой бабушку. И уже потом я в нем разглядел, что действительно мальчик, способности у него хорошие, и нужно было развивать. Вот этот мальчик, он действительно одаренный мальчик. Он с самого раннего детства показывал свою заинтересованность в обучении на саксофоне. А став уже более взрослым, мы перевели Мишу на программу «Одаренные дети». У нас существует платформа одаренных детей, на которых учатся дети с повышенными способностями, художественными, хореографическими, музыкальными способностями. Вот Миша один из них. Михаил начал участвовать и побеждать в разных конкурсах со второго класса. И вот теперь еще одна награда добавилась в копилку музыканта. Признание на всероссийском уровне еще раз подтверждает и говорит, что он действительно очень талантливый, очень целеустремленный, очень трудолюбивый. И то, что награда нашла своего героя, это еще раз показывает, что те ученики музыкального гуманитарного лицея, которые активно участвуют в творческой жизни, активно принимают участие в разных конкурсах, фестивалях, подтверждает высокий уровень подготовки. В музыкально-гуманитарном лицее завоевывают награды не только учащиеся, но и педагоги. Директор Светлана Грешилова получила орден общенационального признания «Почетный гражданин России». Юлия Пермякова, Валерия Каратуева, Вячеслав Батоев. Новости дня.